Когда Евгений Додолев пригласил его... Приветствую вас, Владимир Алексеевич. Эмоциональный, импульсивный. Да, сейчас, да, он. Студия превратилась в театр одного актера. Дело деликатное. Обижать никого не хочется. Ну ты балбес! Первый день мы должны были драться на берегу, второй день в воде. Театр к тому времени благополучно сгорел. Он уже там чуть ли не на грани того, чтобы в колонию попасть. Мы же трепетные, как горные лань. Золотая рыбка. Владимир Конкин. Премьера. Я и сейчас хороший. Вот, а тогда я был просто превосходный. Смотрите в пятницу в 0:40 на телеканале «Москва. Доверие». We'll be right back.